Привет, уважаемый друг, с тобой на связи вновь Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Прежде чем приступить к упражнениям, есть две маленьких, но очень полезных рекомендации. Первое. Очень важно перед упражнениями просматривать одну картинку. Она называется «Мандалы». Цели этих картинок – это активизация правого полушария и уменьшение влияния левого полушария. А я думаю, что на первых этапах в среднем от 3 до 5 минут будет более чем достаточно. Больше не надо, меньше, в принципе, будет не совсем, наверное, эффективно. И вторая рекомендация – это вне зависимости от упражнений прослушивания классики, в частности, музыка Моцарта. Сейчас, не углубляясь в всю эту тему, кому интересно, можно будет прогуглить цель и применение музыки Моцарта. Но поверьте, что прослушивание вот такой музыки гармонийно влияет на развитие наших обеих полушарий. Ну и переходим, собственно, к упражнениям. Правой рукой мы делаем один палец, левой рукой два пальца. По хлопку меняем положение пальца. Приготовились? Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Отлично. Быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, три. Вот. И вырабатываем данный навык. И после, когда мы уже закрепили, мы будем его делать идеально, безупречно. Переходим ко второму, ну, более сложному, скажем, изгибу пальцев. Левой рукой мы делаем рога, правой рукой два пальца. По хлопку меняем положение пальца. Приготовились. Раз, два, три. Приготовились. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И поехали. Закрепляем. Когда уже будем делать идеально 10 повторений без ошибок, можно переходить к еще одному, ну скажем, третьему блоку в этом упражнении. Это, опять же, можно пальцы так, хлопок, смена положения пальцев. Здесь уже, в принципе, как ваша фантазия будет играть, можете свои пальцы придумать, как вам уже угодно, но важно закрепить базовый навык по использованию вот этих упражнений. Запомнили? Когда вы уже освоите базовые навыки, можно играть в парах. Хлопок вместо своего делаем хлопку соседа. Либо в тройках, либо вчетвером. Очень идеально заходит для детей, но также и для взрослых. Поэтому используйте, играйте и получайте от этого удовольствие и, главное, развитие вашего мозга. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Я буду понимать, что вам это интересно, и буду снимать еще более новые и интересные видео. С вами был Сергей Остроушко, блог SEOS Games. До новых встреч, пока-пока!